Ребятки, приветствую на канале Тимоха Лайф. И сегодня для вас сниму такое видео коротенькое, но тем не менее многим будет оно полезно. Давайте напишем в комментарии, есть ли у вас смарт-телевизор или нет. Пользуются этой настройкой многие пользователи, у кого есть смарт-телевизор. Благодаря этой настройке вы сможете на экран телевизора передавать все изображения, которые вы делаете на телефоне, видео смотреть. Если вы смотрите YouTube, тоже ним пользоваться через эту настройку. Но если вы не пользуетесь смарт-телевизором или пользуетесь смарт-телевизором, но не через телефон, то практически пользы от этой настройки никакой не будет, так как эта настройка постоянно мониторит другие сети, и из-за того, что она включена, постоянно мониторит сети, соответственно, насадит нашу батарейку. Так что я думаю, многим из вас ее нужно просто-напросто отключить, чтобы она не мониторила сети. Где же найти эту настройку? Просто-напросто заходим в настройки на своем телефоне, спускаемся вниз, ищем подключение и общий доступ. Показываю эти настройки на телефоне Xiaomi Poco X3 Pro. И если у вас другой марки телефон, не расстраивайтесь, а поищите на своем Android. Наверняка у вас тоже есть подключение, общий доступ или просто пункт подключения. Мы продолжаем. Ищем подключение, общий доступ. Здесь находим пункт беспроводной дисплей. Вот этот пункт. Сегодня я его утречком нашел, потому что случайно отключил его, да, и не мог смотреть YouTube через Smart TV. Потом его опять-таки включил. Но это у меня есть Smart TV, у вас могут быть обычные телевизоры, и эта настройка постоянно садит батарею приблизительно 5-10%, 100%. Если же вы где-то уехали, тоже ее отключите, потом домой приедете, включите. Значит, смотрите, беспроводной дисплей. Вывод изображения на беспроводной дисплей. И вот смотрите, сколько сетей, сколько телевизоров у меня нашло. Я нахожусь в торговом центре, и здесь очень много телевизоров различных. Видите, Samsung, LG, это мониторы, где рекламу крутят. Samsung — это у нас бигборды. И, в принципе, видите, если я даже нажимаю, ничего не происходит. Но, тем не менее, идет постоянный поиск этих сетей. И с этим ничего никто сделать не может. Вот просто вот так вот отключаем беспроводной дисплей. И мы якобы с этой настроечкой больше не столкнемся. То есть у нас больше телефон садиться не будет. Надеюсь, видео многим из вас станет полезным. Вы поддержите его лайком и, конечно же, подпишитесь на мой канал. С вами был Тимоха Лайф. До скорого. Всех люблю, всех целую.